Доброе утро. Вот такое у нас сочетание снега и роз. Эти прихватило. Чего ты гулять пойдешь? Сейчас открою. Ну все, розочкам рано в этом году. Вон они еще, бутончиков сколько. Рано. Похолодало. Ну, зато осень какая была. Октябрь. Замечательный был. Ну, хулиганы. Вот. А что я хотела вам сказать? А то, что ждем мы кровать. Сейчас должны ее в 9 привезти, но не знаю, как в 9. Кровать купил нам сын, многофункциональную, с электроприводом, на который можно подниматься, садиться, со столиком, с матрасом против пролежней. Так что у нас сегодня, надеюсь, будет праздник. Что, Филя, лапки замерзают? Так что жизнь налаживается. Да, Крым зимой вот такой. Страшноватый. Это не Канары, где круглый год красота. Тут вот так. Черная, сразу вылезают на глаза все недостроенные объекты, брошенные дома, развалюхи всякие, ну и вообще все, что неприглядно, а летом скрыто зеленью. Вчера выпал вот такой снег, а сейчас дождик идет. И все капает с крыш. Приехала кроватка. Ну вот. Стоит. Царские палати. Царские палати. Вот компрессор. Матрас противопролежный. Надувается потихонечку. Вот сейчас Витя приедет, Аленку переложим. И будет как королевишна лежать. Так, сейчас. Вот пульт есть. Вообще. Матрас, видишь? Матрас по размеру больше. Надо за ним все время смотреть, чтобы его нигде не закусило. Вообще. Фантастика. Фантастика. Боже мой. О! Раз и села, да? Ой, как здорово! Ой, Костик, дай бог тебе здоровья. Так, это спина так поднимается. Да, тут еще и ноги поднимаются. Ой. Вот. Ну ладно, сейчас разберемся. Стол какой. О, теперь ноутбук поставил и все дела. Ой, какой сынок молодец. Колеса такие прям. А ты что здесь делаешь? А? Чудо в перьях.
Вот, так что вот этот вот работает компрессор постоянно. Ну все, мои дорогие, заживем. Ура! Валинки дискотека. Слушай, такая тень-то от люстры, посмотри, на потолке-то.